То есть мне будет 1000 откуп единорога и... Что-то там еще в откуп гномов. Сколько их у меня там? 10-14 гномов. 14 гномов по 120 это 1000. Ну и там 700 в откуп гномов. Нормально. Дело в том, что мне его сейчас никак не добить. Вот в чем проблема. Мне его никак не пойти и не добить. Надо идти брать склепы сейчас. Если на меня сейчас не нападут, надо будет идти как-то брать склепы. Вот они и пригодились. Как-то фармить скелет по-быстрому. 39 феек. Если феек загрейдить, ну нет, такое себе. Грейд феек. Ничего интересного, в общем-то. Вот тут куча золота. Надо только героя одного как-то отправить сюда. Рамповских войск вообще нету, вот что плохо. Только вот дрова, но я не думаю, что дрова сейчас приджонятся на мою такую мелкую армию. Вот есть гномы, но до гномов далеко, но и здесь делать нечего. Надо сейчас чекать. Вот два грежных хуника спокойно разберутся со штормами. Вот сейчас пойдем как раз штормовых пинать. В атаку я не пойду, ну потому что там ифрит, там новая скупка. Плюс против ледяной молнии что-то как-то не особо. Кира он выкупил. Ну а чё, Риланду сейчас... Я вот даже не знаю, что Риландом-то сейчас делать. Надо как бы и идти штормовых пробивать, но надо и ману пополнять, потому что, ну, если за штормами двушка, то надо брать ее. Можно попробовать, конечно, сейчас убить зомбей, чтобы дипломатия заэкспертилась. Так, для начала ходим мы... Так. Всего у меня больше, окей. Кастл. Ой-ой, 10 лучников. А у меня даже волшебки нет. Но зато есть вызов корабля. Какой-то. Ну, по крайней мере, здесь сундуков нормально, да, нашлись. Так, здесь Пандорка. 249 коров. 2000 золота, отлично. Чем больше золота, тем лучше для меня сейчас. Здесь дрова спилить можно. Отвлекимся. Так, далее что? Кири у нас забирает все септенное на тебя. Так, так.
А, там Гоги, 249 Магоков. Такое себе на самом деле. Вряд ли я там что такое открою. Экспо. Эспошечка. 25, надо отдать. И на инферной земле Грааль где-то находится. Где-то на инферной земле находится Грааль. Так, Кири у нас ползи в обратную сторону. Так. Развалили зомбей без особых проблем. 500 экспо, отлично. А замок я не успеваю, конечно же. А, нет, стоп, успею. Надо просто вот... Так, Кири у нас... Так. Да, успеваю я. Отлично. Шахтер идет склеп ломать у нас. А где уники-то? Почему я уников не передал? С униками всяк проще было бы сломать. Что-то я погорячился с деха. Так, ну, а Изра что делает? Изре делать так-то нечего. Ну, Даримев у нас собирает вот это все. Кучу роды и возвращается сюда. А, что делает Изра у нас? Что делает Изра? Может вот сюда сгонять, а может, к примеру, если ей привести армии... Так... В принципе, уже почти все скупил, поэтому можно. А Изра... Айзер, наверное, будет гномятник ломать. Здесь делать нечего. Все собрано. Только если сюда идти. Я думаю, сейчас сначала к концу заберем, а потом подумаем, что дальше. Прошла пора чудес, прошла пора героев. Сейчас попробуем заджонить деревях. А что, а вдруг? Раздаю девушкам цветы, но если б ты
одной. Возможно, ты на островах, где пальмы растут в золотых песках. Морской волной поет прибой, но не там счастье, ангел мой. Нет, не там счастье, ангел мой. Когда Хелл напал, что было дальше? Ну, после того, как Хелл напал, он откупился, оставив мне гномов в дровях. Потом еще была стычка ложков, в которой разменялись одного уника на одного ифрита. Соответственно, у него там в армии один ифрит и пара демонов. Ну, хотя не пара, там так-то с новой скупкой будет 8 демонов так-то. Да, там где-то получается 8 демонов должно быть. Один ифрит, гремлины. Ну и все, по сути. Ну и очень болючая ледяная молния. На что игра... игра... на ставку от спонсора в размере 1500 рублей. Ну, 1,5 рубля, короче. Ну, если здорово заджонится, я думаю, я практически любую консу разломаю сейчас. С 20 дровами. Ну, максималку вот вряд ли, а вот остальные... Даже, ну, хотя тройка еще будет маловероятно. Я думаю, пробовать, не пробовать штормовых джойнить. Или лучше сначала попробовать дров. Блин, как плохо без видения. Найти бы где-нибудь его. Построить второй ГМ очень сложно сейчас будет. Нету ни кристаллов, ни серы. Хотя, ну-ка, у тебя нету ничего. Можно вот в этот рожак пойти, если конца большая. Ну и плюс... А, ну Риллан так-то земля есть. Ну, 10 грандов мало настреляют. Но, с другой стороны, 76 троглодитов. Но у Риланда офенса нет. Ну, не знаю. Двушку я заберу легко. А с двумя ангелами так-то можно пойти и напрячь его. Пока СП у него не такое большое прокачалось. Будет так.
Ну давай уже, Хелл, блин. У него армии там ни хрена не осталось, а ходы по 2 часа. Что он там может делать с своей армией? У него там гремлинов, ну, по сути, сколько там может быть? Ну, максимум штук 70 гремлинов у него может быть, там, если, допустим, каких-то 2 родных героя заехало, бла-бла-бла-бла-бла-бла. 70-80 гремлинов максимум. Ну, а так штук 50, 55-60, вот, по максимуму. По сути, 30 от нового героя, 30-40, и плюс 16 с кубка. Ну вот, получается, да, 45-60, вот так скажем. Вот его количество гремлинов. Плюс Гоги. Ну, если он соединил армию, то тогда Гогов еще будет нормальный стек, штук 18.